нас рюкзаки. Очень много килограмм, в моем где-то 23 в рюкзаке Жасмин, где-то килограмм 15. Это вроде как бы и немного, но подниматься вон на ту гору несколько раз, в итоге нам ее нужно обойти вообще. Несколько раз мы будем подниматься на высоту 3500 метров, 3800. Вот. Вы можете наблюдать еще одно схождение лавины. Огромнейшая лавина сходит зимой, когда очень много снега, валит все деревья, ломает просто. Мощная природа, мощная лавина сходит здесь. Вот, мы прошли 1,5 мили почти что, 1 милю 24, вот за час. Скоро будем завтракать. Вот. Сейчас почти что дошли до еще одного озера. Я думаю, где-то возле озера мы позавтракаем. Довольно хорошая погода. Вот. Чуть-чуть тяжеловато дышать, потому что поднимаемся вверх. И кислорода... Cold. Очень холодная вода. Я думаю, что мы немного опаздываем по нашему графику. Нам нужно чуть-чуть ускориться будет. Потому что в данный момент мы идем меньше, чем милю в час. Но мы идем сейчас очень сильно вверх. Очень крутой подъем идет. И мы идем медленно. Okay. No fires above here. Нельзя разводить костер выше данной отметки. Thank you.
добрались до вершины Эльбруса. Ёбана в рот. Вот, ну как до вершины? Да, можно, конечно, чуть повыше сюда забраться, но для нас это не имеет смысла. Мы сделали пару хороших фотографий. Устали, жестко голодные. Сейчас пообедаем. Вот, и пойдем дальше. Почему-то часы мне показывают 3,5 мили мы прошли, а по сути до вершины здесь 4,5. Очень странно. Вот, очень красивый вид открывается. На озеро, видимо, где-то там будет. Нам нужно дойти до озера, там 3,5 мили. Но это будет гораздо быстрее, потому что идти вниз, я думаю, мы за 1,5 часа дойдем. Вот. Шли мы вон от той валы, от вот этого вот подножья, проделали большой путь. Стартанули наш последний бросок, наш последний день. Я думаю, нам нужно пройти миль 6, метр где-то 8-9, наверное. Вот, может 10. И все.
общем, закончилось наше путешествие. По факту, мы просто обошли вот эту вот огромную сводку вокруг. По факту, оно вышло именно так. Очень такой большой луг, но мы не забирались прямо на эту гору, на эту сопку, но мы прям, обходя ее, поднялись на 4 основных вершины, ну еще там 3 таких не основных. Получается, такой вот вышел у нас поход. Мы вернулись после